Окей, у нас сегодня очередное занятие по разбору, ну, актуальных интервью, во всяком случае, не тех первоисточников, которые мы разбираем, ем решен, а что-то связанное с живой, как бы, речью. Окей, мы стараемся брать видео с записью Равы Шерки. Вот сегодня его выступление, которое было накануне Йом Ярушалайма, так я понимаю. Вот оно небольшое, порядка 5 минут. Я надеюсь, что мы сегодня его и сделаем в переводе с иврита. Это где-то Рав Шерки о глубинных процессах в войнах Израиля. Окей. Да, на иврите, кстати, это называется, здесь просто это как бы не видно, а я вам говорю, Талихей Омек, Бемелхамот Исраэль, Еврея Рав Шерки, Блэль Йом Ярушалаем, Тавшин Пейдалет. Ну, Талихей Омек, не знаю, как это, Талихим это процессы, Омек это глубины, ну, по-русски звучит несколько коряво, но как бы идея понятная, Талихей Омек, Бемелхамот Исраэль, вообще как бы клаль в войнах Израиля. Еврея Рав Шерке, ну как бы слова или выступление Рава Шерке, Белель Йом Ярушалаем, ночь дня Иерусалима, Тавшин Пэ и Далит, это этот год. Окей, ну хорошо, значит, смотрите, вот сначала на ваш, ну может быть, начнем. Вот, да, погромче. Немножко неестественно говорить медленнее, но может быть это разбирать удобнее. Так, ну хорошо, вот у меня тут Тимофей как бы первый. Саша у нас пассивно, поэтому он переходит на Тимофея. Окей, запись я вроде бы включил, правильно? Окей, ну начнем. Да. Йом Ярушалаем. День Иерусалима. Как-то тихо, нет? Или мне кажется? Сейчас что-то я тут помогу. Ну, конечно, там записывали плохо на самом деле, поскольку на нем нет микрофона. А, он спиной стоит к микрофону. Он, в смысле, Рав Шерки, стоит спиной, потом будет лучше. А, да. Стоит спиной, понимаете? Ну, неважно, будем по тому, что написано. Я у себя тоже практически максимум выставил. Ну, хочешь, могу еще. День Иерусалима – это особый день. Да, Йом Ершалаем, Йом Ильфат, правильно. А, ну видишь, повернул, стал лучше, да. У вас ломал ее мацмаут. Он как дополнение к Дню независимости. Да, правильно. Хотя тоже вот я подумал, на иврите аж ломать такое, знаешь, дополнение это тосефет. Вот тосефет или это дополнение. Леусиф это дополнять. Аж ломать это вообще шалом. Аж лома там уже из других областей говорится о том, что все время говорится шалом-шалом. В арабском вообще понятие шалом – это совсем другое слово. Перемирие, на самом деле. А вот на иврите шалом от слова лашлим. Лашлим – это, с одной стороны, примиряться, а с другой стороны, шломать – как бы общая совокупность. Как, наверное, надо поискать какое-то слово по-русски, которое бы говорило о том, что это вот как бы дополнение. Восполнение, там, не знаю, дополнение, Да, восполнение. восполнение. Ну, воспол... да. На арабском языке это то же самое. Салям – это мир, и салям – это как бы то, что целостность, сохранность, безопасность, много чего другого. Ну, ты правильно говоришь, хотя я, наверное, имел в виду то, что говорят, что когда арабы говорят в переговорах, они говорят о хунда. Хунда – это вот именно перемирие, сложение оружия. А как бы весь мир израильтяне говорят, называют словом шалом. Ну, неважно, окей, будем слушать Раоше. Да. Ну, в чем разница? Да. Бьем от Смаута, нахну смехим, аля каматам дина. В день независимости мы радуемся о установлении Да, государства. правильно. Да. Да, в день Иерусалима радуемся о победе в войне 6 дней. Да. Да. Кибуш колерец Исраэль. Кивуш это что? А кибуш это слово не красит. Завоевание. Завоевание, да. Вообще это Ага, и окей. оккупация тоже, на самом деле, в современном языке это оккупация тоже, но со времен Йошуа. В Танахе тоже написано кибуш, называется кибуш Йошуа. Кибуш это захват. Но когда говорит Рав Шерки, он специально говорит кибуш,
Потому что это слово упоминается в основном как бы с левой стороны израильской как бы политической системы. Это те, которые говорят именно в смысле оккупации. Поэтому как бы люди нашего плана, находящиеся справа, да, они говорят про шихрур. Но я думаю, что Рав Шельки специально здесь говорит кибуш, отсылая к слову кибуш, которое в Танахе со времен Йошуа бен Нун. Окей, дальше. Да, ну и он дополнил. Значит, да, завоевание всей земли Израиля и храмовой горы. Правильно. Да, ну и по кусочкам будем. Мама шмаут шеляов, да. Да, в чем смысл работы? Нет, Вот. увда в данном случае А, не да. факт. 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 Да, это факт. Да, Но это смысл связано этого с факта. работой, кстати. Буквы те же самые, но смысл другой. Увда это факт. Еще очень известная программа актуалия называется увда. Да. Шианес Митхалек Лишнайм. Что чудо разделилось надвое. Ну да, надвое, я так и думаю, что здесь имеется в виду то, что Раф начал в начале, а именно, что есть Йом Ацмаут и есть Йом Иерусалим. Да. Наверное, правильно мы понимаем, да? Пашут Мео. Да, как обычно говорит Раф, как что он сказал, Пашут Мео. Ну, очень просто. Ну, очень просто, да. Окей, то есть как бы это должно сказать, но на самом деле это не очень просто. Да, Катув бе сефер Йехезкель. Написано в книге Хискеля. Геулат Исраэль тавсикет хилуля Шем. Да. Геулат Исраэль тавсикет эт хилуля Шем. Освобождение Израиля Да, тавсикет хилуля Шем. прекратится. Прекратит. Что вот это вот, А, оно прекратит, прекратит. да. Да. А Геулат его же Исраэль... страдает. Нет, Хилуль Ашем это профанация. Осквернение, да. Ну, осквернение, профанация, да. Да, правильно. Лейне Агуим, да. В глазах народов. А на глазах всех народов, да. И приведет... И приведет к освящению имени Ну, Всевышнего. да, прекратит это и приведет к этому. Да, правильно. Да. 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 А теперь, значит, в чем заключается освящение имени, которое вот на глазах народа? Ну да. Как они это воспринимают, да, Народов. На народы? глаза Да. народов. Да. Но здесь как бы, когда Рав говорит слово «гоим» или «го» или «гоим», то это как бы классическое применение, а именно не еврейские, не, то есть не евреи, грубо говоря, то есть не еврейский народ. Окей? Ну, давай по кусочкам. Кашер Митбарер. Проясняется. Так, когда выясняется. Да, кашер. Выясняется, что их вера не верна. Ну, Как да, же? не истина, Противоречие неправильно, их. неверна, да, лонехона. Кензе, да. Это то, что о чем говорил Рамбам. Да. Че. Маше анусрим ишмаилим хитшу баолам. Да, Рамбам умер, что Маше анусрим ва ишмаилим хитшу баолам. То, что христиане и мусульмане, исмаильтяне, ну, Да. откроют, обновят, что ли, Нет, хитшу. хитшу в смысле, ну, как бы обновили ли, внесли новизну, вот в этом смысле, как бы. А, да, внесли, значит, Да, новизну в лехадеш это мир. что-то сделать, это внести что-то новое. Но обычно это говорится бермаухидеш. То есть речь не о том, что он что-то придумал. Потому что если что-то придумал, то это, скорее всего, амца. Амца это придумывать технология там, и так дальше, патенты. А вот лехидуш это как бы ментальная вещь. Как бы, что нового было им и принесено. Но в смысле ментальном мире. Да. 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 Значит, это чтобы подготовить дорогу к приходу Машеха. Ну да, то есть они как бы те самые рабочие, которые шоссе прокладывают. Начинайте здесь. Окей, Бесадр Гамур. Ну давай еще чуть-чуть и потом перейдем. Давай. Да, окей. Сейчас, секундочку, Машех.
Ну да, но когда придет Машиах, станет ясно всем. Да. Идея понятна. Что они ошибались? Да. И что их отцы тоже ошибались? Да, я думаю, сейчас посмотрим. Как вы понимаете? Мне показалось, что как бы идея, то, что Рав говорит про Рамбама, то есть у них есть некоторое, у Нуцрим и у муслимим, у них есть некоторая техническая работа. Они прокладывают дорогу Машиаху. Но Да. при этом, как бы, такой, ну, как бы, обход, чтобы не подумали, что если они прокладывают путь Машиаха, ну, так они, грубо говоря, их доктрина, их вера она такая же, как евреи. Говорят, нет, это не так. Когда придет Машиах, тогда все увидят, что на самом деле, Идбарел и Кулам, Шеем Тау. Все увидят, что они ошибались. Но, тем не менее, у них есть вклад в прокладывание дороги Машиаха. Вот я думаю, это вот эта вот идея сейчас, которую Рав говорит. Если вам кажется, что по-другому, значит, как бы... Мне кажется, по-другому. А, Он говорит по-другому? в начале, что будет освящение имени Всевышнего. А? Ну и так, если мыслить логически, то в глазах народов как это освящение должно выглядеть? В том, что их религия права. А тут как раз-таки будет наоборот, что они поймут, что она как раз-таки не права. Это как бы противоречит идее освящения имени Всевышнего. Нет, как раз я поняла в том, что просто вот наконец-то народы увидят, что они всю жизнь гнобили евреев, они ошибались. Они-то думали, что они молодцы, а они-то, как евреи правы, а они всю дорогу ошибались. Вот это и будет освящение Окей. имени. Освящение имени в том, что евреи мне правы. Кажется, как Аня. Мне кажется, мне тоже кажется, как Аня. Но только я не думаю, что здесь Рав говорит про притеснение гонения, а он говорит с точки зрения настоящей веры. Что тогда все увидят, и в этом будет кидуша Ну, шем. Там дальше будет про притеснение дальше будет. Бесадр гамур. Окей, хорошо, передаем Ане, правильно? Да. Да, шем так. Машиах Идбарелу Кулам, Шеем Тау, Машавутаем Тау. Да, дальше. Аваль. Так, авальца так. Да, сейчас он скажет. Да, аваль. Так. Аваль царих леварер, ма бецем меварер, это таут. Так, да, и однако... Да, но окей, на смысл. Однако следует разъяснить, в чем по сути меварер это, ну, как бы, в чем это ошибка, в чем... Ну да, в чем прояснение этой ошибки? Прояснение этой Ма бецем меварер, то есть что? Имеет в виду, конкретно что проясняет. Да, что проясняет, что именно проясняет. Окей, правильно. Окей. Ну вот что проясняет вот это хакамат Мединат Исраэль, что проясняет основание независимого, не за установление государства Израиля. Окей. Акамат Мединат Исраэль, меава стира теологит ле улама ноцри. Правильно? Значит, основание государства Израиль. МГВ, ну, что-то типа устанавливает, показывает, ну, стира, сокрытие получается. Не-не-не, стира да. Противоречия, здесь стира точно. А, точно, противоречие, да, точно. Теологическое противоречие. Противоречие, богословское противоречие Леулам Анутри, ну, как бы в христианском ну, да, мире. Потому что Ветхий Завет, да. Какой же он ветхий, когда он как бы возрождается? Ветхий не должна возрождаться, он должна распыляться и кончаться. Окей. Киаре анусрим суврим. Ну, ведь христиане считали, да. Он также поправился, он сказал суврим, а потом оговорил, сказал сувру. То есть ну, они считали, да. не То есть считают, не они изменили счетов, да. Ну, типа они считали. Окей, замечательно. Так, поскольку, ну, как бы шехат мы садот одно из оснований эмунатам, ну, как бы одна из основ их веры, да. Зе шеудим леолам ло яхзеру ле ацмаут. Одно из оснований в том, что они не вернутся, у них не получится вернуть как бы независимость да, себе. Правильно.
Ну да, потому что на прае христианская теология о том, что евреи были наказаны за то, что они не приняли Христа, тем, что их изгнали. И пятое, и десятое, правильно? Поэтому это не может получиться обратно, что подрывает всю идею. Ну Дальше. да. Так. Ну, обидюк это. Так, вот мы шум шем ло эймину, бы ми шем роим богу эль. Да. Они, как бы, поскольку они не, так сказать, верят в того, кого христиане считают спасителем. Вот как-то так. Да, но это вот видео, как мы сказали, да. Вот это и есть, да. Поправил. Ну хорошо, тогда пойдем по правильной версии. Велахен безуям бешпалатам. Ну вот и вот, и вот я про вот это, что и Да. поэтому вот этот вот позор, как бы, и унижение Да. Шеля Айгудим, это по унижение евреев, Да. Сейчас только послушаем. Леора, Сейчас, секунду, сейчас, послушаем его, да? давай. Окей. Значит, Леорах Адорот, Зе Охаха, Охаха, охаха. Охаха, Леомитут, Анна. Нацрут. Это вот Да. унижение и притеснение евреев в течение долгих поколений. Да. Это есть доказательство истинности христианства. Да, правильно. Сейчас. Окей. Дальше. Киван. А поскольку Поскольку замечательно. народ Израиля, да, вернулся такие в землю, к себе в землю, Да. окей, хозер Симан Шила Гадоль. это большой знак вопроса, и даже Эло, Симан, Крия, и даже как бы не Да, и восклицательный, даже, может даже быть, Сима, и может быть, восклицатель, может восклицательный быть, даже знак, а не только восклицательный указатель. знак. Сейчас, секунду, назад отмотаю, да. Ну. Ну, мамат Который ставит, стоит. который поставит, поставлен, Да, ставлен, да, стоит, ставлен перед нас. постоит Да, 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 да. против Да, да, христиан, да, против да. То христиан. есть возникновение государства Израиля, возрождение государства, независимое государство Израиля, это большой даже и не вопрос, а восклицательный знак, который поставлен перед нас. Как это даже, как это можно объяснить? Окей, дальше. А, теперь переходим к исламу. Что себе, что касается и что до ислама? Да, но что? А вальма, да, но что с исламом? А Дальше. что с исламом, Да. да? Да. А ислам утверждает, ну, одно, как бы претендует претензию или утверждает утверждением, или что-то Да, типа да, того. да, 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 Да да, и да. на это как бы претензия, это Да. какое-то Да, она это требование. утверждение. Да, она это утверждение, да. Еще раз, вот я про это говорил, на иврите это совершенно нормально, когда однокоренные слова, они стоят в одном предложении, даже буквально рядом. То есть вот по-русски сказать то, это она, утверждает утверждение, но человек не может так сказать, правильно? Потому что это, ну, есть не Спрашивать, тавтология. особенно смешно спрашивать вопрос. Но спрашивать вопрос, а не шелит, а вот, например, говорится, не шелит шейла, это же нормальное литературное выражение, и разговор литературный, не шелит шейла, или здесь, Туэна Тана, или Туан Тана. Ну, видите, это совершенно нормально. Это как бы не на слух, ни что, не воспринимается как некрасиво построенная фраза. Ну, вот такое отличие. Да, вы дальше, вы... А, окей. То, значит, у них такая претензия или утверждение, что Шеиша Эйн Йотернови им Ахарей Мейасе. Амайосет. Больше не Мейасе, будет слегка. пророков. Мейасе, пель. Ну, хорошо, Мейасе. Мейасет. Ну, хорошо, Мейасет. В чем Да, проблема-то? нет. Мейасет. Ну, хорошо. И значит, что больше не будет пророков после их, ну, основателей. Да, Мейасе это ют самых далее. Правильно, это основание. Ну, да. Для этого Вот то, слова что мусат, например, основано. на иврите, как бы, ну, то, что по-русски назывался институт, да, а, ну, правда, на иврите называется махон, но еще есть слово мусат.
Ну, кроме того, что Моссад это как бы разведка, вот, типа Моссад это внешнее. Да, Моссад это внешнее, Шабак это внутреннее. Ну вот, а Моссад, кроме того, это как бы учреждение в смысле института. Моссад Битух Люми, то есть вот это вот институт национального страхования, скажем вот так, да. Итак, Амеясе Челаэм, Зенигмар, Эньотернавуа. Давай включи там ему что-нибудь больше. Ну все, типа, женится Нигмар, то и все, закончено, закрыто. Да, Инташуф навуалы Израиль. Так, значит, более не будет, ну что, Зеу Нигмар, Йотер, Невуа, значит, больше нет, не будет закончено, пророчество закончено, и им Ташуф, а Невуа, Израиль, и Вот теперь, если когда да, у них такая проблема. возвращается пророчество к Сейчас. Израилю, О как. Зот там. это все как бы сводит на нет, говорит, ну, показывает обнуление или сводит на нет вообще их религию. Да, это будет Аннулирует. раять доказательство, да, это Вот будет это доказательство. доказательством Да, лаявсуд абсурд в смысле ничтожности амунатам, или ну, к нулю сводится. нулевости, да, дословно. Ну, по-русски не сказать нулевости, но, во всяком случае, какого-то, да. Ну, обнуление. Эфес это вообще, это и на сленге. Эфес это ноль же, ну и все, значит, Эфес на обнуление. русском вернее нельзя, про человека, которого ты хочешь, как бы, ну, не знаю, оскорбить или унизить, нельзя сказать, что у Эфес он ноль. По-русски так не говорят, правильно? Вот а на Почему? иврите, Ну, знаешь, спокойно говорят, ты никто ноль, ты вообще ничтожество, запросто говорят. ну, может быть, ноль Почему? на палочке, да. На иврите на палочке не говорят, но... И А не так... на палочке, говорят, ноль без палочки, просто говорят, ты вообще, ты ноль, ты Ноль? ничтожество. Вполне А, себе да? нормально, Ну, кстати, хорошо, да. но на иврите вот это очень распространенное выражение, естественно, несущее заведомо отрицательный смысл. И вообще, когда говорят так, то, в общем, либо потасовка, либо сейчас что-то будет, когда он говорит «ата Эфес». Еще даже говорят «ата Эфес Афасим». То есть «Эфес Афасим» — это ноль нулев. Это тоже очень хорошее выражение «Эфес Афасим». Вот если кто-то вас будет обижать, вы можете сказать это Эфес Афасим». Все. Окей. И дальше. О, вот теперь вот Так, теперь сравнено. значит, обнуляет их религию. Окей. Мау, Амаком, Шемимену, Ам Да. Исраэль, Ванавиим, Бихлаль, Шоавим, Руаха Кодыш. Да. Значит, а откуда, из какого места мы, народ Израиля, и пророки, в общем, как бы получали, ну, дух пророчества, Да, пророчества, в я смысле, чуть-чуть действия. уточняю, потому что здесь, во-первых, маком это источник. Из какого источника, с какого места? Да, правильно. Потом вот шоавим тоже интересное слово. Ну, Лишь. шоавим это как бы черпали А вот из пророчества. Вот. шоева это качалка, то, что качает воду. Типа насосов, что-то качалка. Да. Ну а как это в этот самый. В праздник Суккот, да, уже последний праздник, когда Шана Раба, вот Шоева Тамайм, правильно? Выскочил у меня из головы. Бихлаль Шоавим, Душавим, да, откуда они черпают действительно Руах Акодеш, правильно? Из Ответ. горы. А это как это, с горы, Храм в или Игарке. храмовые горы, храмовые горы, Да-да-да. арабы. Да-да-да. А это храм, ну, Бейт Амикдаш, Да. из храма. Окей. Ну хорошо, тут просто переходит на другую эту, но сам это дополняет его выражение. Везот сиба шель это. Так, Вот. подожди, мы, по-моему, проскочили, что-то нет? Не-не-не-не-не-не-не. Источник, Раф утверждает, что источник, это источник, это Так, Нарабай, Кабара. так, и поэтому, сейчас Они скажу. Эмргишим. Эмргишим, Да. Канирэ, Азота Сива, Шель, Амальхамот, Шелаэм, и в этом, как и они чувствуют, как видно, как кажется, что, как кажется, По-видимому, причина, все, по-видимому, причина их, всех их войн, да. Шемитка. Шемит Шемит Макдот Макдот. Мисавит Ларабайт.
что они как, все они сосредоточены Да. вокруг храмовой горы. О. Недаром они так вокруг этой Да, горы вот так Раф, вот так Раф пляшут. объясняет, да, вот так Раф объясняет. Окей. Почему? Потому что, ну, как бы, тоже Раф где-то приводил, мы в предыдущем интервью, по-моему, там был Мюс, он встречался с каким-то египетским, не знаю, мастом, вот, который говорил вообще, что в Коране вообще написано, что Элякса вообще никакого отношения не имеет арабай. То есть, как бы, все притянуто за уши, чисто политики, она на духовном уровне, вот Раф здесь объясняет, почему все-таки они так держатся за арабай, так, как бы, Мекка и все, и пятое, и десятое. Как бы вообще сторонний как бы рассказ привязал кого-то масла, лошадь взлетел, ты как бы ну вообще совершенно не тот порядок. А вот тут здесь Раф объясняет, почему это так. Дальше. Хорошо. Они чувствуют, значит, Гарабат, Эмргишим, Шизео Маком, Швуатида, Быкров, Меот. Это будет место, как бы место, в котором в будущем, будущее место большой близости коров Меот, большого приближения. Я думаю, что это в ближайшем будущем. Чего Матья, Афида бы ближайшее. коров мало. Ну, это тоже, как сказать, ну, тут тоже можно сказать, он-то тоже это все ни на чем не основывает. А кто сказал, кто видел это пророчество? Пока еще никто его не Не видел. защищай мусульман. Ну, как, ну, слушай, ну, это мои, ну, слушай, ну, это мои бывшие Но я тебе друзья, говорю, понимаешь, много лет провели, слушай. я стараюсь быть нейтральным, хотя он тяжело. Я тебе показываю расклад. По общему мнению существует, что для них то, что у нас называется Храмовая гора, у них Элякса, то есть для евреев это понятно, это единственное уникальное место. Для них это совершенно не так. У них есть Не, гораздо не так, не больше так, не других так, не так, святынь. все, не так, там не так все просто, на самом деле. Ну, теоретически там как не так все просто, на самом деле. Ну, в общем, какой-то да Но и не, да и смотри, нет. зачем Иордания, зачем действительно они настолько болезненно упираются любому как бы переходу суверенитета Храмовой горы. Даян, в данном случае, не доброй памяти, а Дарвин тогда сказал, зачем нам этот Ватикан нужен. То есть не видел никакой ценности. Он как новый израильтянин, да, он не видел никакой ценности вообще в Храмовой горе и вообще Нет, все, что ну вот присуще религии. а зачем отдавал-то? Ну да, нафига Казебаян? Ну он просто считал, Не что надо было отдавать. Зачем отдавать? потому что общая идея всех войн Израиля, да, включая шестидневную войну, она заключалась в том, что Израиль не освобождает, а он как бы приобретает, захватывает территории, которые надо тут же использовать для того, чтобы установить мир. То есть, грубо говоря, я не освобождаю свое, не имеет ко мне отношения. Я просто хочу козырь для того, чтобы отойти назад и жить в спокойном, уютном бомбоубежище. Понимаешь, в этом как бы главная Ну, так идея. это тебе же рассказывал кто там, Полонский или кто Да, там, что да. там идея убежища, а не идея этого самого, что А? государство убежище там, А? что какой-то там еще была Да, идея это наша государства. главная проблема. То, что мы такие маленькие, не трогайте нас, оставьте нас в покое, дайте И он жить даже не только спокойно. маленький, они считали себя, у них был очень большой гонор, вообще говоря, и слушай, если такие маленькие были, не за 6 дней не вели бы такие войны. У них был исключительный гонор халуцин, первооткрыватель, и все, но при этом, как бы, основа идеологическая была очень слабая. Поэтому и это все привело к тому, что привело Рабину, Кослу и все прочее. То есть сила была сильная, а Сила хуцпа была, а потом такой. все, потом теряли, все это потом теряли в дипломатических переговорах, все, что завоевывали, Ну, потом знаешь, не то теряли. дипломатические приговоры, это следствие теряли, потому что Не хуцпа, на было хуцпе невозможно вот было долго этого продержаться. уверенности, у нее уверенности, что это нужно удержать, это нужно, что это наше, что это наше, что это нам принадлежит. Но это идеология, просто Ну, даже уверенность. Ну, хорошо, идем дальше. кстати, И что? так, Месавиф Ле Арабайт, Маргишим, Шизе Маком, Шибо, Атида, Бекаров, Меот. Что в очень ближайшем будущем коров мед. Да, ли, Лишрот Шхина. да. Так, сейчас что-то там будет со Шхиной. Это что там как бы воцарится, получается, Шхина. Царицы, да. Вот это вот слово Лисрот, что он напоминает? Ну, как Сара, ну, Сара, Сара, царство. правильно, сарай была изменена на сара. Сара, царица, Сара, Правильно, Сар, это та, которая, министр там, ну что там да, еще. и эту самую Агарь отправили к ней, потому что сказали, что она как бы властвует над тобой. Как на иврите будет министр?
Ну, сар, министр, что-то мне. Сар, правильно. А как будет, не знаю, как это по-русски, срара называется. Срара – это когда должностное лицо, типа там министра, вот он как бы употребляет свою власть. Это называется срара. Ты говоришь, что у кибель, как он говорит, тавкит, это кибель срара. Срара – это вот как бы, ну, такое вот управление в роли сара. Ну, вот все. А здесь как бы вот, лисрот, да, лисрот шхина, в смысле бы царица, да, шхина, бехазара, дальше. Так, Бахазара, ну, вновь снова опять вернется обратно, короче. Ведь на Буанавиме будут пророчествовать И пророки. пророчествуют пророки, подожди, не подсказывай. Да, и вы видите. Малахел? Да, сейчас одну Ну, секунду. Только хочу сказать, вы видите, здесь опять то же самое. Для иврита, и особенно, мне кажется, хорошо, если могу. наоборот. Это опять то же самое. Два слова однокоренных. Это что нормально. Ведь на Буанави, Велахен, сейчас скажет. Окей, давай отвернем назад, чтобы было. Только опять не Велахен, подсказал. эм нюхамем. А, окей, может, я немножко переверну. Так, и поэтому они воюют, Минхамин сражаются, борются, воюют. Сейчас, секунду, как просто переворачиваюсь как раз на середине. Велахен, эм нюхамим. А вот отсюда. Ифшар ломар шиим. Чимкен, Мухаммед Шиштаямин, да? Так, и поэтому Эфшар, возможно, Ломарго говорится, Сказать, да? сказать, что Мельхамед, что можно сказать, что война шести дней, шестидневная война. Не война. Меава представляет собой. Представляет собой, так, Эйзе Мин Мифне Бекидуш Ашем, как бы, ну, как бы, Да, как мифны сказать, бекидуш такой ашем. поворот или возвращение, Да, поворот, но это даже, поворот. это вот как по-русски сказать, когда у вас так, а потом на 180 градусов. Этот Ну, мифны, это поворот на 180 градусов. вот прям вот просто кардинальный Кардинальный разворот, перевод, да, вот кардинальный, да, переворот, кардинальный, разворот, да, кардинальный переворот, поворот, в да. чем бекидуш ашем. ФЧБ освящение возвещениями Всевышнего. Кадуш Бару. Да? Окей, хорошо, переходим, Так, Тимофей, да, возвращаемся к Тимофею. Тимофей, Да, замечательно. Кадуш Бару. Дальше, сейчас послушаем, да, Беоламо. Кашах, 1948 год. Окей. да. Сейчас, подождите, что-то потерялся на этом. Ой, да, ума, вот Милхемед Шешти Ямим, Меава, то есть война, 66-дневная война, представляет собой Эземин Мифне, представляет Не, собой подожди, тут по кардинальный тексту поворот, пытаюсь. да, Бекидуш, Бекидуш Ашем, Шелякадош Бару, Беоламо, Беташа. Подожди, подожди, мне по тексту надо найти. Я у себя тут следил, Проблема. куда-то это все Не проблема. съехало. А, если ты смотришь по субтитрам, то это... В тексте это 2.36. А какой панно номер там стоит? Нет, там файл, там нет никаких номеров. 20, 20. А у нас у меня стоит 20. Номер 20, 2.36. А, 20. Ну, замечательно. 20, да, правильно. Да, правильно, 20. Это 20. Да, нашел? Нет? А вот Беташа гудак Да. негитаулам амарави вершаву матхиль Не-н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 е-
миром. Да, ямим Я наве, мин и аве эз эйзе мин мин махне а. бы кидуш ашем шель акадуш бару бе уламо бе ташах. Да? Да. Так. Ну, как бы Хорошо. кардинальный переворот, да, в прославлении его имени, бекидуш святого Акадуш Бару, святого Бога имени, Да. Беоламо, в его мире, да, Беоламо, Да, это в Таша, 1948 который произошел году. да, в 1948 году. 1948 год это война за независимость, да? Дальше. Да. Удак. Удак, негет улама марави. Он беспокоится против западного мира. Да, сейчас поймем, я не очень понял. Да, в Да, я Акшав. тоже не очень понял. А,
Ну да, он все-таки это Акадош-Бароу, то есть до этого он занимался западным миром, да? Да, Ну, не а знаю, как теперь там. он Да, а теперь он занимается арабским. начинает беспокоиться миром арабским. Да, дальше. Все, теперь новая тема. Да, Милхамот Шанахну Хабим Ахшав. Ну, войны, которые мы ведем сейчас. Ну да, только не видим, понимаешь, это по-русски тоже это не перевести дословно. Хавим, в смысле, который мы переживаем. Но по-русски нельзя сказать войны, которые мы переживаем. По-видимому, ну, более-менее близкие результаты, которые происходят с нами сейчас. Нет, почему? Можно сказать ситуацию, которую мы Да, можно переживаем переживаем. сейчас. Совершенно спокойно сказать. Мы переживаем там То ситуацию, есть мы проживаем, переживаем. получается. Переживаем, Войны. переживаем. Переживать войны Там, все-таки мы не не очень. переживаем. Ну Ну, хорошо, хорошо. мы ситуацию, которую мы переживаем, или войну, в которой мы находимся сейчас. Испытываем, да. Но испытываем нас. Испытываем. Да, вот Теперь мы испытываем. находимся в Испытываем, ситуации наверное, ближе испытываем. всего, я думаю, да. Ну хорошо. Ахшаф, Амилхам, дальше. Амилхамаш, анахну нетуним бетуха. Война, внутри которой мы находимся сейчас. 100% правильно, да. Мишталевит бетуха таалиха гадолезе. Ну, Мечтал встречается. Шлаф – это ступень. Лишталев – это как бы, ну вот, стать частью. Ну, встроена, встроена, включена. процесс, Ну большой да, ну то процесс есть как тогда. бы, да-да-да, то есть начали же с Шташаха, правильно, с 1948 года. А сейчас продолжаем про наши войны. Говорим, что наша война – часть этого процесса. Какого процесса? Что Всевышний обратился к арабскому миру. Ну, так я понимаю, да? Вот та война, в которой мы сейчас находимся, и мишталевит бетох таалиха гадоль азе, да? Она является частью, наверное, так по-русски, наверное, правильно сказать, бетох таалиха гадоль азе. Этого большого или большого процесса, Процесса, да. великого, как угодно. Гадоль на иврите всегда же это так. Это большой, великий, поэтому надо смотреть по смыслу, как правильно перевести. Эла. Эла. Но эл это всегда как бы отрицание сказанного, или во всяком случае с другой стороны, другой аспект. Эла, дальше. Шиеш лихора. Лихор это как будто, что есть. Но есть как будто, дальше. Это шиеш лихора альпне ашетах месарим афухтим. На территории, что ли? Ну, как будто Не альпне считаю. ашетах, это значит на поверхности. Шетах, как ты правильно сказал, это территория или поверхность. Пне ашетах, да, это на поверхности. То есть снаружи, на поверхности. Он сейчас не в глубине. Глубину сейчас нам Раф объяснит, что в глубине происходит. Но он говорит, что снаружи, снаружи. Есть месарим афухим. То есть мы видим противоположность. Перевернутые сообщения. Ну да, смотри, мессер – это то, что на английском называется мессер, да, это как бы лозунги, девизы, сообщения, призывы, вот что-то вместе этого взятое, да, высказывания, как угодно. Ифшар пашут лирот эдзе. Можно видеть это просто. Да, в чем сейчас будет, я будет сказано? Бешнет хумим. В дух тхума это что? Тхум это область. Ну вот ты правильно, как бы правильно, понимаешь, вот здесь тоже, он не зря это говорит. То есть он как бы это интуитивно говорит, но там был шетах, а здесь был тхум. Это вот очень интересно. То шетах, это 99% это поверхность физическая, географическая. Правильно? Там Майм альпне ашетах. Воды залили там территорию. Это, шетах это территория. Окей? Ну, а тхум-тхум это всегда тоже 99% это всегда область концептуальная, мыслительная, не связанная с физическим. Правильно? Поэтому говоришь, мы это можем видеть, это проявление, да, ачнет тхумим, вот в двух этих таких вот областях, да, Тхум Атикшор, это, по-моему, не сказал читать. Тхум Атикшор, это ведь Тхум Аполити. Ну, в общем, две есть область Да. связи и область политики. Ну да, Тикшор это СМИ, то, что сейчас называется.
Да. Город это Смит. Да? Окей. Бегам шихва политит вегама тикшоре. Как шихва. Шихва это прослойка, в смысле, как политическая прослойка или политическая надстройка, как угодно скажите, да? Шихва это простройка, да? Да, так и Бегам тикшоре, точно СМИшная, так же да. СМИ, да? Дальше. Хаим Булам Тибини. Живут в каком-то иллюзорном мире. Правильно, иллюзорным очень хорошо. Вот как раз Демьон, это воображение, да? Но ты правильно сказал, либо воображаемый мир, либо иллюзорно, правильно. Вот. Шемитале миталихеа Миталем Миталем раскрывается от слова улам. На иврите улам очень интересно. Да? Улам это от слова Малама, скрытие в нес, том числе. нес, а от слова невидимый, отстраненный и так дальше. То есть то, что невидимо. В данном случае А, окей. литалем, это слово, это в смысле отстраняться, абстрагироваться. То есть ты хочешь это сделать, чтобы это было невидимо. Но вот по-русски сделать невидимое, по-видимому, это как-то абстрагироваться или как-то вот это, устраняться или не желать видеть. Вот как угодно, да, шемиталем. Миталем – слово, которое тоже очень распространенное. Например, у миталем мимене даже говорят. Означает, что он вообще меня в упор не видит. Вот то, что по-русски говорят. У миталем мимене. Да, вот есть это все от слова улам. Окей. Дальше миталихей. Миталихей. Сейчас тут что-то такое было. Миталихей. Сейчас, секунду, секунду. Да, а вот это вот как бы тема его этого выступления. Чем миталмим миталихеа омек Да, который скрыт от глубоких процессов, да. которые происходят. То есть и те, и другие миталмим, а вот этих талихей омек, которые происходят в Хевра Исраэли. Окей. Да. Да, Бейквот Амилхама. В связи с войной, Да. Шанахан за ним Бетуха. Ну, которую мы находимся. переживаем, Да, находимся. я думаю, что вот только вот это вот Бейквот, вследствие кто? Я думаю, что эти вот Талихей Аомы, которые происходят Бейквот Амилхама. То есть эти глубинные процессы, которые происходят внутри израильского общества, боеквот или по причине, или вследствие войны, в которой мы сейчас как бы находимся. Дальше. Дворим гдолим митрахашим. Ну, большие вещи, которые происходят. Ну да, в данном случае все-таки по-русски все-таки великие, потому что по-русски большие вещи происходят, великие вещи, которые происходят, или события большого значения, скажем, которые происходят, да. Митрахэ, что происходит, правильно? Рахаш. Аваль ешкисуй ладавар. Аваль ешкисуй ладавар. Ну, есть суть вещи. Смотри, кисуй это покрытие. Дословно есть покрытие. Но вообще обычно кисуй это типа оправдание. Мы сейчас посмотрим, что Раф хочет сказать. Ешь тикшорет, ешь политика. Есть СМИ, есть политика. И есть политики. То есть политикаем это политики. Да, масиба шрадавараза. В чем причина Чем это вещи? причина? То есть, когда там он говорил кисуй, мы не очень поняли, да, там кисуй было, это, скорее всего, можно понять, в чем, какое этому объяснение. Значит, объясняет, что это не просто так, что они как бы миталмим, что они от этого абстрагируются, то есть делают вид, что это как бы не происходит. И не потому, что они их не видят, что они их не чувствуют, потому что в этом у них есть резон. Какой резон? Окей, теперь дальше каббалистическое объяснение. Сейчас я тут немножко прыгнул. Да, вот, Акадош Бару, да, Шедавр, Акадош Да, Бару, Ума Авшер, Лейза Мин Клипа. почему он позволяет, что ли? Не, здесь точка стоит. Шилядавара зе. А, да, правильно, точка стоит после азе. Да. Лама Акадош Бару, Ума Авшер, Да. Лейза Мин Клипа.
Почему Всевышний благословен, он Да. позволяет, что ли, делать возможным Мефшер? Да, позволяет какой-то клипе, да, Да. позволяет, чтобы это было закрыто, как бы такая идея. Да, хитсонит внешний или как? Ну, свет, светская, наверное. Ну Не, хитсунит светская, в смысле, внешняя, да. Ну, внешняя, да. Хилония светская. Да, не, А, хитсунит здесь да, внешняя, да. хилония светская, вот это точно, наверное. Не, ну, здесь все-таки он не говорит про хилу, он говорит про внешнюю, то есть как бы это противопоставление талихей омек. Происходит талихей омек, а есть некоторая клипа, которая снаружи это закрывает, да? Сейчас послушаем, как он это говорит. Ну вот, мавшерет ле клипа хитсонит, лехасот аль коль маалах. Здесь дальше стоит точка, да? Перевод позволяет, ну, вот этой Позволяет внешней клипе, лексот да? покрыть. Да, лехасот, да, в смысле покрыть, в данном случае это скрыть, я думаю, больше. Ты правильно, лехасот это покрыть, но в данном случае в смысле скрыть вот этот процесс. Лехасот от коля мала, то есть сокрыть, Весь вот, путь. сокрыть весь этот процесс. Окей? Да, вернемся к Ане, хорошо? Да. Да, пашут, вот со слова пашут. Сейчас Раф скажет. Ну хорошо, длинная фраза, но на пашут, пашут мы вот, опять пашут мы вот. Очень, очень просто, очень А просто. это означает, что не просто. Когда говорит просто, значит не просто. Окей, пашут мы вот, да, дальше. Ки ама амалих Амала, угадоль. амала, процесс. Малах угадоль. Процесс этот большой. Да. А вагдей ше амикатрек лоит и ктарек. То Микотрек. Но есть, вот видите, опять два кто слова. обвиняет, кто, ну, обвиняющий не Чтобы обвиняет. обвинитель не обвинял. Обвинял, не обвинитель. А, вот все, поняла. Обвинитель, ай, Микотрек, обвинитель. лойкотрек. Да, Чтобы этот, ну, обвинитель имеется в не виду обвинял. ангел этот, ну, ангел-обвинитель, короче, не лез в это Ну, дело, мы сейчас короче. посмотрим, про какого Ну, конкретно понятно, Микотрек я понятно. Все, имею в виду. окей. Да, Ну, окей. просто я уже два раза Да. слушал, взад вперед его, пока. Окей. Ну да, дальше такой прикол идет. Да. Где еще мекатрек, лойкатрек? Ну, скорее всего, это мекатрек действительно, как правильно сказала Ну, Аня, да, которая забегала вперед и ангел-обвинитель, делает спойлер. чтобы он мне это Да, не это, мешал вообще. видимо, небесное обвинение, чтобы небесный обвинитель не обвинял. Да? Окей. Алема Амалах, Рибуна Шагалам, Шалах эт Авадав, аполитикаем. Тогда Вообще. поэтому Всевышний послал вот этих вот политических деятелей, Ну, работников только вот Авадав очень хорошо здесь послал кого? работников Ну, своих работников, дословно рабов, работников, вообще, да, лучше не рабов, сказать. Просто послал своих рабов работников. Они не политики. просто так, у них есть роль. Они выполняют роль эти политики и аншетик, что и вот для люди Не этого СМИ. людей, ну, медийных Да, работников, дальше. Где, да. медиа. Вот, и зачем? Чтобы скрыть, а где ластирует Годель Аша, Да. скрыть это Годель, как бы мощь И величия, величие этого часа. мощь величия Величие часа, этого да, мощь часа. То величия есть часа, идея да. какая? Мекатрек, если он увидит, что что-то происходит, что-то большое, он попытается найти какие-то изъяны. Я дополняю, мне кажется, такая идея. Мекатрек, он увидит, что происходит что-то большое. Он скажет, о, всем идти сюда, быстро происходит что-то грандиозное. Давайте тут же, значит, постараемся возбранить этому процессу. Давайте начнем что-то такое, за что можно зацепиться и сказать, а когда же Барус сказать, вас, смотри, они не так, они такие, такие, кончай этот процесс. Поэтому он послал своих этих самых рабочих сцены, которые политики и эти самые, и работники СМИ, этот процесс и, в общем, сделали вот таким не очень видимым для тех, кому для Мэкатрега. Ну, так и такая идея, да, очень красивая. Дальше. Да, я дальше, значит, он говорит такую парадоксальную вещь. Мы должны быть благодарны всем этим сокрывателям, покрывателям. Прикрывателем, да. Но понятно, что здесь он как бы, ну так, немножко парадоксально, и народ там в зале наверняка улыбается. Потому что традиционно как бы правые всегда против СМИ,
И против как бы левых политиков, потому что им кажется, что именно из-за того, что они не понимают глубинные процессы, мешают их осуществлению, вообще они препоны для осуществления правильного процесса. А он говорит, нет, ребята, у них тоже есть такая, у них есть своя специальная задача. М-мастерим. Да. Шем, это шем авширим ле ор лигдоль. Они, что они шем, эла мэше им, ле ор, ле гадоль. Они, мол, они как бы доделают, делают возможным вот этот вот, идти этому, просвещаться этому, как это, просвещать светом, или возрастать этому свету без препятствий. Подожди, бес еще не почувствовал, да. Глима-фрим, ну там. Он должен как-то аккумулироваться в таком прикрытии, и тогда он спокойно вырастает, а не вырывается наружу, и тогда Мекатрек его старается как-то убрать. Блимафре. Ну, беспрепятственно. Да, блимафре, да. К Моше Хотефа Гаон не видно. Как пишет Вилинский Гаон? Да. В чем причина того, что мы ситрея Тора, как бы скрытие Торы, вот так вот. Ну, тайны такой... Торы, да. То, тайны что... Торы. Да, немцаим бытох находится внутри. Сейчас находится немцаим бытох. Немцаон бытох. Находится в, как бы... Ну, скрыты вот в каких-то вот таких сказках или баснях, что ли. А куда-то они внешних, не, ну, прям внешних мира, вот, вот этих вот старых, сейчас скажу. Мегухоход? Ну, как бы смехотворных, что ли. Смехотворных, это мегухах, это то, что, по-моему, по-английски называется ridiculous. Это просто смехотворный. Ну, это да, то, что ну, по-русски смехотворных... каких-то забавных этих, внешне забавных таких вот сказках. Ну, а года в данном случае, видимо, какие-то сказках, таких сказка, притча, басня, там что-то да. Такое. Вот это. Бешас, он говорит. Ну, ну шас это говорит. Партия, это же какая-то религиозная не-не-не-не, партия. Шас, он имеет в виду шесть трактатов. Бешас, в смысле, в Талмуде. А, шас, все, там шесть, а, вот так, да, да-да-да, они специально назвали свою партию Шас, но в данном случае это не так. А, все, понесу, вспомнила, да, шесть, как это называется? Шас и Дрея Мишна, и дальше так есть. Шесть и Дрея Мишна, да, точно. Да, да, так. О, теперь дошли до умот аулам. Где же умот аулам? Где же умот аулам? Ло иштальту. Иштальту, да. Иштальту, альзе. Значит, чтобы народы мира как бы, ну, не лезли. Не воцарились над этим, или не захватили, не захватили. Так. Вот здесь вот иштальту, вот этот вот таф. А, шлита. Этот таф, он технический, правильно? А это корень лишь лот. Ну, я ему все понятно. Там просто перемена букв. Буквы меняются местами, короче. Забыл, как называется. Процесс инверсии и что-то. Там бывает. Ну, когда не полагается, знаю. Наоборот, должно ну, быть. Он просто этот таф сюда вставляет. Итшалет. А тут Лишлот, это править, царствовать. А здесь иштальту. Окей, дальше. Не, в общем, не захватили. Это не лезет. Да. В общем, так иначе. Сейчас, секундочку, мы немножко пропустили. Сейчас, дальше. Азгамкен. И поэтому вот так. Азгамкен. Есть поклепот, да? Тут есть. И поэтому эти... здесь есть вот эти клепоты, ну, как скорлупа, да. покрытие, да. Скрытие. А валянах мы цихим льет мудаим лесах. Но мы должны быть как бы учеными, умными, ну, понимающими. Мудаим это в смысле осведомлены, только по-русски. Мы должны иметь в виду. Осведомленными. А, вот как, мы должны иметь в виду. Осведомленными об этом. Понимать это все. Везе маше анахно цехим льет мудаим леках шашем гуэлит Исраэль. Да, вот дальше. Леках шашем гуэлит Исраэль. Так, лекахше.
Так, и поэтому, что Всевышний, как это, ну, освободитель, Ну, смысл в освобождает, том, освобождает освободитель свободно. Израиля, да, был Освобождает Израиль, да. Дальше. и никто, кроме него, не избавляет нас из Нет, из рук и врагов. не только, велора. И он А, не не только только. освобождает Представляете, их от наши рук, друг да, от рук врагов врагов других. их, да, дальше. А, он не только от врагов, а из рук врагов, но освобождает их также от кого? Говорю, там еды, да, Так. уйдем. Их, ну, как заблуждений Ну да, освобождает их от их заблуждений ну да. Мидей от Фисуд. Какой это Фисуд? Фисуд. Но тфисот мы кубаот, да. У меня тфисот, но тут вот, по-моему, да, тфисот мы кубаот. Тфисот мы кубаот, я думаю, вообще мы куба, это Из квадрат. каких-то заблуждений, установленных заблуждений или каких-то Ну, это. квадратный вообще, это так, по-моему, это равно более-менее сленгом. Почему? Потому что, как по-русски говорят, ну, в общем, квадратный парень. Квадратный, в смысле, что он, в общем, такой ограниченный, не понимающий. Ну, от Здесь ограниченного понимания. Тфиса это он до какой-то ограниченного, да, взгляд, дословный квадрат, а дословный квадрат. микуба вот это какой-то, да, очень ограниченное Да, понимание. да, да. А вот дальше Рав говорит, что как бы напротив, дворим долим и трахашим бетох луматейну, ума шелану. Такие великие дела, которые мы переживаем вот сейчас, наш народ сейчас, вот в центре которых наш Да, народ происходит. Митрахеш, это происходит, проходит, да, происходит внутри нашего народа. сейчас. Да. А, ну опять, а кто это понимает? Лемиши, Юдей, Дакши. А кто же, как бы, кто Лемиша, Йодеа, Лекшив, кто понимает, когда кто понимает, ну, как Ну, Лекшив, как Лемиши, Юдей, кто может Лакши? связать, И не Лакши, связать, это прислушиваться, а к а Шаве. прислушаться к вот Да. текшура, прислушаться Вот, это Лемиши, Юдей, Лакши, талихе, Талихе, Омак, да. к этим глубинным процессам, Правильно. прямому мутейну нашего народа. Да. Вальзе И гам за это цалихорода. должен за это благодарить, быть благодарным. Вот мы как раз до конца и дошли. Все, по-моему, на этом кончается. Все, окей. Ну, хорошо, по-моему, как бы замечательно, очень интересно, и как бы объяснения такие в стиле Рава Шерки, ну, стиль, может, нехорошо сказать, на самом случае, в парадоксальной форме. Опять, форма исключительно парадоксальная, правильно? Потому что, ну, как бы стандартная лекция бы должна была быть такая, что Равин бы объяснил, какой великий был война за независимость, какой великий день освобождения Иерусалима. Иерусалим стал, наконец, объединенным, он стал нашим. То есть, как бы вещи, ну, важные тоже, но тривиальные. А Рав Шерки, на мой взгляд, уже нетривиально объяснил. Все нетривиально объяснил, как бы, почему вот эти Талихей Омек, они, во-первых, объяснил, в чем заключается Талихей Омек, да, значит, помните вообще с христианства и с мусульманства, это было очень, на мой взгляд, достаточно не просто интересно, что они прокладывают путь, для чего? Для того, чтобы оказалось, на самом деле, все видят, что они не правы. Это начали с этих, а потом перешли на войны и на особую ситуацию с христианами, в частности сейчас с мусульманами. А закончил он как бы разборкой внутри израильского общества, что тоже очень интересно, что это на самом деле, да, с точки зрения Рава, вот эти вот сокрытия и СМИ и все прочее, что во всем этом есть как бы своя роль. Мне на самом деле очень понравилось. Хорошо, закончим на Да. этом. Да. Беседа. Ну все, всем счастливо, до свидания. Пожалуйста, если у кого-то будут свои соображения и так дальше, можете их вставлять в комментах в YouTube, в Телеграме, как вам удобно. Все, всем счастливо.